мы сегодня в Сколково. Здесь проходит партнерская конференция 1С Битрикс. Пойдемте посмотрим, что есть интересного. Сначала никого нет, и энергии как будто нет, а потом приходят люди, и они как по капле, не знаю, в сосуд какую-то кувшин, бочку огромную, начинают добавлять немножко энергии. И вот уже через полчаса она огромная. Я так люблю эту атмосферу и эмоцию, когда ты постепенно-постепенно заполняешься, и потом такой счастливый ходишь до конца вечера. Вот она такая. Как вам релиз? Огонь, 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 огонь. Огонь, огонь. Огонь в кубе, мне кажется. Реально пожар. Пожар. Впечатлил. Сегодня у нас можно на площадке поиграть в различные игры. У нас есть вот такие карточки, на которых написаны слова, и их нужно разными способами объяснять. Делаем мы это все для того, чтобы получить классные призы. Пойдем покажем, какие. Здесь можно, я смотрю, побывать в постели с Сергеем Рыжиковым. Ощущение фантастика. А можете рассказать, что там происходит? Про что рассказывать? Прям два слова. Там рассказывают, как не программисту, не специалисту создавать свой собственный сайт, легко щелкая мышкой. Здесь всегда можно поговорить и с представителями самого Битрикса, узнать что-то новое, подчеркнуть и показать себя. Бизнес – это люди. Много сегодня разговаривали про людей, про сотрудников, про команды. Важны отношения, которые выстраиваются и внутри команды, и со внешними подрядчиками и так далее. Приглашаем вас на следующую конференцию Битрикс. Ребята, приходите, замечательное мероприятие, много нового, много интересного. И заряжаешься энергией от других партнеров, это круто.